Всем добрый день, друзья мои. Дядя Витя, поздоровайся. Всем привет. Итак, сегодня у нас третий день. Раскопка вкладов на старой деревне. Екатерининская, или не знаю. Как... Ну да, потому что пятакита Екатеринская здесь поднимал. Ищем мы ядро. Все-таки думаем, или есть ядро, или рассыпали его трактором здесь. Будем шурфить, как обычно. Ядро, нож, золото. Да, серебро, золото. На две лопаты сегодня. Юлечки нету. Приехали на квадроцикле. Сейчас мы на две лопаты тут быстро все перекопаем. Так что еще будет интересно, покажем. Что неинтересное, не покажем. Золото, может, тоже покажем. Погнали. На второй день я начал тут немножко шурфить. Ну, этот метр на два раскопал за день. Сейчас мы побольше здесь развезем и на подвал еще тут залезем. Ищем горшок все, где лежит. Откуда монеты высыпались. Снег идет. Где-то у меня в отвале. Сигнальчик. Друзья мои, сигнальчик. Там вам все видно, невысоко задрал. Тут гвоздей много. Есть. Две копеечки. Цари. Дядя Вити 28-31. Ну, раскапывай. У меня две копеечки. Первая монета. Мне показалось, что у тебя даже сбоку чуть-чуть, не? Ты почему пинпоинтом не пользуешься? У нас снег, ребята, идет. Все, мы уже сезон заканчиваем. Че? Две копейки, че, как обычно. Ничего интересного. О, давай здесь. Вот он. Где твой пинпоинтер волшебный? Так. Это с Гауссом Д лежал в комплекте. Марсовский пин тоже погонал. Вот и твоя монета первая. Три копейки. Цари, ребята. Три копеечки. А у меня две, держи. Вот они раскиданы по всему подвалу. Видите, вот это надо все откидывать. А здесь где-то Юлька нашла вчера копейку как раз мы. Закручивали так все. Ну, здесь. Ладно, ищем дальше. Только выключил камеру, дядя Витя еще. Ну-ка, проведи в этой же, да, яме. Неужто две монеты у тебя в одной яме? Че там? Я упала. Гвоздь. Странно. Да. Не, это мы друг друга. Ну-ка проведи. Куда ты его дел? Это. Вот здесь. Доставай. Ну, есть. В одной яме две монеты. Еще две копейки царские. Вот так вот я вчера по 4 из одной ямы доставал. Всем. Ищем дальше. Снег все усиливается. Катушка большая, конечно, для такого шурфа. Смотри, откинул. Вроде глубина небольшая, но не видит он. Все хрипит здесь. Смотри, рядом какая-то палочка. Шпилька вот. Вроде какая-то. Да, или трубка медная.
и 3 копеечки. Откидываю я потихоньку. Ищем дальше. О, снегом нас сегодня завалит. Дядя Витя, там сигнал. Смотрите, вот, ну сколько штык лопаты, да, снимаем. И уже металлоискатель начинает видеть. Вообще мало видит он. Металлоискатели вообще плохо видят. А, дядя Витя, 5 копеек. Вот такие дела. Даже год скажу, видно. 1881 год. Сейчас покажу. Че, коготь от медведя? То есть от медведя, да? Че там у тебя, монета? Гвозди. Гвозди хорошо звучат. У меня пятак, год что-то высох. Сейчас, секунду. Да, 1887. 5 копеек. Я сейчас сюда вот иду, продвигаюсь, вот здесь делаем, а потом посмотрим, может подвал начнем, а может не начнем. Сюда что ли пучки? У дяди Вити монета выпала. Кидал и видел. Кидал, но и увидел, монета вылетела. Сейчас, погоди, ты ее так и не уйдешь, она черная. О, 3 копейки. Куда сверху у тебя, между прочим, она сухая. Так, вот, наверное, отсюда и выпало. Отсюда, да, где-то вот с этих кусков вылетело. 3 копеечки. Ладно, ищем дальше. Очередной сигнальчик, еле пробивается. Да, интересно, глубина небольшая, снимаешь. Так не видит, снимешь, видит. Ладно бы, глубина была здоровая. Гвоздей дофига. Не могу найти. Где-то вот здесь, в отвале. Сегодня у нас пинпойнтер сфинкс. Это мой основной инструмент, рабочий. Вещь. Российский производитель поискового оборудования. Есть 2 копеечки. Я покажу. 2 копейки. Почистить не имеет возможности. Но они тут все таким сохранены, сами видели. В предыдущих роликах. Клондайк здесь мы нашли. Дядя Витя не может там управиться. Не понимает еще металлоискатели. Да, поражает, что глубина небольшая. Почему-то сразу же-то не видит. Или на ребре, или из-за металла. Вроде чуть-чуть снимаем, все равно. Ищем дальше. Только проговорил, что ничего нету. Выскочила. Что-то вообще рассыпается. Может шляпа? Гвоздь. Гвоздями здесь все усыпано. Гвоздь. Не понял. Нет, монета. Монета, друзья мои, что там вам все видно. А вот из этого не видишь, что гвозди кругом. Вон копейка. Царская. Царская копеечка. Нормально. Берем. Дядя Витя такая, нет. Ты знаешь, что такое отсюда? Как она называется? Ну, перо-то. Чернильница. Да, что-то неглубокое получается. А сюда она может ставиться? Сюда скапывает. Вот эта вещь. Как ты ее не разбил только? Антиквар. В самых корнях. Не разбил.
вещь. Я иду туда, у меня там что-то монет нету. Надо идти с этой стороны мне. Ну ладно, я сейчас все равно там докопаю. Там посмотрим. Это еще сигнальчик. Еще сигнальчик. Еще две копейки. Две копеечки. Откуда? 1903 год. Две копейки. 1903 год. У тебя что, монета? Угу. Дядя Витя тоже монета. Нет, две тоже копейки. У тебя более тоже. А вообще-то почистить вообще будет нормально. Тут что, рельеф у них классненький. Сейчас. 1912, по-моему. Да, 1912 год. Ну как? У меня что-то там кончаются монеты. Надо на эту сторону переходить. Хорошо. Кому, если огород надо перекопать, зовите. Старинный перекопаем. Металлоискатель нифига не видит. Смотрите. Визуально откидываю, и монеты выпадают. Металлоискатель, не знаю, почему-то слепнет здесь в песке. Нифига не показывает. Там у меня кончилось все. Я сейчас сюда пришел. Но здесь всем трудно, корни не дают копать. Да? На собаку заговаривали. Видите, клады. Костей много вообще. Устал я шурфить. Хожу так. Сигнальчик. Сигнальчик. Рядом с шурфом. Все, пропал. Будем искать. Где-то там далеко. Так. Ага. Три копеечки. Опа. Три копейки. Цари. Берем. Три копеечки. 46-й. Золото. На, империя кончилась. Я вон тут еще где-то попадается. Шуршить уже сил нету. Так хожу поверху. Все, там монеты мне надоело собирать. Кончились там. Надо шуршить, неохота. Пошел на другие подвалы. Смотрите, какой карабинчик древний. Что-то подвешивалось. Тоже домовые ямы здесь стоят. Да, похожу здесь сейчас. Может, что зацепимся. Последняя прошивка на эквиноксе. Шумная, зараза. Не нравится мне. Слишком много помех от нее. 1.75 самая стабильная. Ну ладно, похожу, понаблюдаю. Может, откачусь обратно. Копендос выпал. Советский. О, это поздний. 48-й год, 10 копеек. Рамочник. Все, цари кончились у нас. Так и ядро не нашли мы. Идем еще. Может, найдем. У меня металлоискатель, в общем, из-за штекера вообще фонит. Надо в ремонт отдавать. Нифига не работает, одни помехи. Что-то из благородного металла лежит, ребята. Лопатой уже тюкнул. Звенитка хорошо. Вау, у нас такие тут идут. То дождь, то слякоть. Смотрите, чага растет. Вещь полезная. От онкологических заболеваний профилактики. Дядя Витя там что-то делает непонятно. Позвал дядю Витю, пускай выкапывает.
Я вам покажу пока. Вон, видите, подвал стоит от дома. Тут трактором все равняли. Вот и все золото и серебро раскидано по полям. В общем, дядя Витя, то ли блюдо, то ли самовар. Я уже лопатой тюкнул, иди выкапывай. Стоит на ребре. Но звенит-то хорошо. Я бы сказал, где клад, но ты снимаешь. Давай, копай, посмотрим, что там. Цветное видно, блюдо какое-то хорошее. То ли подставка, то ли самовар, то ли фиг знает. А звенит как ого-го. Тут корни, смотри. Видишь, трактором это все нагребли. Целая куча. Весь дом сюда сгребли они с печкой вместе. Ладно, сейчас мы выкопаем, посмотрим, что там. Или в прямом эфире показать вам. Я сначала думал, железяка. И царапнул там немного. У Марии, видишь, кирпичи? Не выключай, я скажу, где клад лежит. Где? А? Что, отвлек тебе от клада? Да. Тут какое-то интересное блюдо. Да, они вот этот дом растолкали. В куче. Вон, видишь оно? Большое что-то. Что, подсвечник? Ставка или кипятильник. Он туда идет, смотри. Не по мне экспонат. О, зашевелилась вроде. Ты его загнул уже. О, выдергивай, что это такое? Не? Видишь, в корнях она, зараза. Ладно, сейчас достанем, покажем. Все, в общем, загнули мы. Экспонат точно от самовара вверх, да? Там нет? Сучки. Под сучком как раз, да, проросло? Mm-hmm. Конечно, хрен его вырубишь. Цвет меди, в общем, какой-то интересный. Да, от самовара вверх. Че, бери. Цепочка даже осталась от клапана. Хе-хе. Вещь-вещь. А, ничего, сюда сгребли. Ладно, ищем дальше. Не клад. Тут самовар нашли. Иду по дороге, теперь выхожу на дорогу, сигнальчик. Прямо вот по нашей, где мы натоптали дороги. Смотри. Хопнул. Опачка. Блин, задел лопата еще. Ну ладно, не сильно. 1900. Что это за год? 13-й, да? Ну, а 16-й? Почти раритет. 17-й раритет, да? 1916 год. Интересно на цену посмотреть на них. 3 копеечки. Прямо на дороге. Вот это да. Дожди у нас. И слякоть. Зашел в какую-то болотину. Здесь такая низина. И сигнальчик. Сигнал вообще пробивался. О, смотрите, Александр II. Это уже не Николай. Копейка. Погода что у нас? 1861, да? Да, копейка, 1861. Александр II. Вензель и вошни. Берем. В болоте здесь откуда-то лежит. Странно. Надоели подвал и зашел в лесок. Металлоискатель что-то тупит. Конина. Опачка. Украшение конской упряжи. Возьмем. Хожу по лесу. Вот тут рядом с деревней. И монетки выскакивают. Щитовик. 10 копеек. Год непонятно. 30.
Второй, по-моему, да. Песочки. Не знаю, кто-то потерял. Берем. Я понял, почему у меня металлоискатель шумит. У меня чуйка на полную стояла. Не знаю, как я так проморгал. 23 обратно поставил. Так, здесь копеек, щитовик. Смотрите, рядом. Кругаля дал. И все. Блин, батарейка на камере заканчивается опять. Опачка. Извиняюсь за руки. Но приходится копать. 5 копеек, 30-й год. Почти раритет. Цена ого-го. Берем. Я офигел. Иду и смотрите. Сигнальчик, думаю, какая-то шляпа. Копнула. Пятак Екатерины. Ребята. 1787 год. Вот это да. Грязь помыть и все, 5 копеек. Вещь. В тот раз я вот там нашел пятаки на дороге. Вот так вот ходишь. 100 раз мы здесь проходили с Юлечкой. Вот здесь дом стоял. Тогда там колокольчик нашел. Смотрите. 5 копеек. 5. Вещь. А помыть было все чутенько. Вот это да. Тут пятак. Смотрите, еще барана выскочила. Откинула ее нам не увести. Не барана, как она, коса. И тут еще сигнальчик. Советики. Ну тут 43-й год. Дом сносили экскаватором. Все перемешали. Здесь видно, вон канал, а это все экскаватором сносилось. Вон от дома стоит. Ворота еще остались. Последние. Все это выгребалось и на дамбу туда стаскивалось экскаватором. Тут же нижняя часть от гигантского бубенца. С потерями. Берем. Еще монета вылетела. Копнул. Полетела. А что это? А вот и серебро. Друзья мои. Вот и серебро. Только лысый какой-то. А? Знаешь, что такое? 15 копеек, походу. 10. Вон копеек видно, видите? Бильоны. Походу, не знаю. Вот такие. А нет, 1860. 20 копеек. 1868 год. 20-чик. Помыть надо только его в этом. В аммиаке. И будет как новенький. Да? 20 копеек. Вот и серебро сегодня нам с вами выпало. 20-рик. Все на одном месте вот здесь. И 100 раз мы здесь проходили. Не знаю, на 101 что-то открылось. Столько монет здесь. Интересно. Так, друзья мои, все, клад добрали мы. Больше ничего найти не смогли. Вот это остатки. Пятачок, конечно, у меня нарядно выскочил. Я же там 110 раз ходил. По этому месту непонятно вообще. Какой-то сигнал ниоткуда появляется и никуда уходит. 100 раз там шлялся, 3 монеты или 4 там зацепил. Вот такие дела. Ну тут монеты есть, конечно, по весне мы сюда приедем. Здесь вообще все замечательно. Что-то у нас здесь кончилось все. Не могли найти где. Видать, в горшочке лежало, это все толканули, рассыпалось. Я тут все собрал и все. Монет, не знаю, не считал сколько, но я думаю, больше 100 там с чем-то штук было. Надо посчитать. Все, друзья мои. Сезон заканчиваем. Снег у нас уже, не знаю, сегодня-завтра уже засыплет нас. Сезон окончились замечательно, кладиком медных монет. Дядя Витя, попрощайся. Всем пока. Мы продолжаем снимать и радовать вас новым видео.
Ну там на зиму у нас снят материал. Думаю, без дела сидеть не будем. Соскучать вам не дадим. Так что есть что показать. Оставайтесь на канале. Лайки, комментарии. Подписочку чпук. Всем пока, удачи!